Привет, друзья! Сегодня у нас очередная распаковка по лего-наборам. Этот набор мы заказали в том же магазине Real Mix. Также я оставлю ссылочку на этот магазин Real Mix в описании. И когда мы заказывали прошлую распаковку, то она и прислала перед этим два вот набора. И один из них через время мы заказали, и вот он пришел, и сегодня в этом видео я распакую его и покажу, что тут есть. И сейчас мы посмотрим, что есть в наборе. Мы тут немножко подрезали для того, чтобы не было всяких там ножов и чтобы не мешало. Сейчас мы это достанем, вот так вот, тут у нас коробочка такая. Вот так вот. Опа. Оп, и мы достаем. Эту коробку уберут. И вот такой вот он набор. Такой вот. Вот так вот. Вот. Вот тут вот так вот есть сзади. Вот так вот. Тут вот так вот. Вот так. Вот. Да. Сейчас мы его распакуем. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Тут у нас есть инструкция во втором видео. Тут их также будет два. Вот тут у нас инструкция вот такая. Тут основные персонажи, котел, то-се. Вот так вот тут. Я буду вам не всю инструкцию показывать, чтобы было побыстрее. Вот так вот. Тут немало уникальностей. Вот такая вот инструкция, в общем, вот. И сзади есть еще другие. Ну что ж, тут есть три больших пакета, три маленьких и один самый маленький. Во втором видео я покажу это все собранным и покажу, расскажу особенности. И также во втором видео мы сравним ифритов. Итак, друзья, давайте вот я собрал этот набор. Давайте я вам сейчас покажу, что он из себя представляет. На сборку этого набора ушло часа полтора. Ну что ж, друзья, давайте я вам покажу, что тут есть, кто тут есть и какие тут уникальности. В общем, начнем мы с персонажей. Тут есть вот такой вот скелет, ну, иссушитель. Есть Алекс. Да, я Алекс. Дальше. Есть два ифрита. Вот. И причем давайте я вам сейчас сравню их. Вот такой вот. Сейчас подержу, чтобы его было видно. И вот такой вот. Этот побольше сразу видно, но у этого не крутятся стержни. А вот у этого и вверх, и низ крутится. Также давайте приступим к второй уникальности. Да, ифрит это была уникальность. Давайте вот так вот. Ну что ж, давайте. Это такая штука, чтобы типа ифрит летал. Вот. Мы его сюда ставим на площадочку. И теперь смотрите. Вот тут вот есть вот такая вот штука. И если ее покрутить ну вот так вот покрутить, то она будет его крутить. Он как в полете будет. И также тут есть такой небольшой механизм. И как бы он такой небольшой. Ну что ж, а теперь давайте приступим к падающему гравию. Смотрите, для этого я вам покажу вот это. Смотрите, видите вот эту штуку? В общем, если ее дернуть назад, то вот что будет с этими блоками. Раз, два, три. И вот так вот они вот падают, в общем, как гравий в аду, кто знает. И в общем, тут есть котел. И также сначала я собирал большие детали, из больших деталей, то есть сам набор, а потом мелкий. Тут есть зелье варка, тут два зелья стоит. Тут есть сундук, и он вот так вот висит, потому что тут есть такие щелки, и он висит. Также вот тут вот лежит. Тут есть 4 алмаза и 2 золота. Вот так вот он открывается, закрывается. И вот, в принципе, тут котел, вот Алекс с мечом алмазным, с киркой и с алмазным нагрудником. Тут лава,
И огонь, кстати, огонь более майнкрафтерский, чем в... Короче, не буду рассказывать, это затянется. В общем, скелет вот такой вот. Гравий вот такой вот. Тут вот так вот. Ну что ж, друзья, на этом мы давайте попрощаемся. Также ссылку на в описании я оставлю на магазин Rio Mix. На этом мы прощаемся. Подписывайтесь на канал Scorpio, ставьте лайки. Ну а я вам желаю всем удачи и всем пока!